В Магнитогорске мужчина украл средства личной гигиены в одном из супермаркетов города. Как он это сделал, сняла камера наблюдения. На съемке видно, как молодой человек подходит к прилавку с шампунями и складывает в сумку сначала один. Немного погуляв по магазину, еще два. После этого уходит. Теперь продавцы ищут похитителя, ведь иначе им самим придется расплачиваться за пропавший товар.